Блин, жалко, нельзя посмотреть, для рекорда, это все классы. Просто я не помню, какое время тут. Нифига себе, там у Б-класса 39 секунд. Ребята, а у вас стайл какой-то стоит? Нет. А, вот, все, выбрать стайл, и все нормально будет. Что выбрать, ребят, вторую, третью, какую? Для... А, единичку, ну, дурацкий вопрос. Блин, как бы нам это, встать так хорошо под мостом? Нет, я бы не под мостом бы встал, а сразу после финиша. То есть со старта не едем никуда, а встаем сзади, потому что у них вот эта вот петелька перед финишем, они там вообще, скорости у них нет никакой, они вообще проехать не могут там. То есть они а, давай не будут, просто заблочим там и все. Там, конечно, узкое место хорошее, но не знаю. Давай попробуем. Стояли, а остальные подпирали как. Это точно. Еще автобусы вон пошли, у нас сейчас вообще 10 автобусов. Раз, два, три, пять, шесть, семь, да, девять. Пол сервака. Нормально мы это. Восемь, да, уже кто-то поменял. Семь, восемь, да, уже восемь. Мне кажется, нам нужно покрасить в другой цвет автобус. Какой? Не знаю. Тогда что, предлагай сразу? Может быть, в красный? Не, Диман, мы болеем за желтый. Окей. Мы болеем, я болею за желтый. Да. Я просто болею. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Иван, отправляй семь. О, ну надо сразу заблочить. Вы впереди, там тройка первая. Да, назад сразу едем. Я последний. А тут АФК вообще никто не едет. Ну, автобусы АФК. Что, давайте. Назад едем или как? Да, как ты сказал. Я уже так... Давай. Я уже там заспаунился. Чувака еще. Так, кстати, мы можем прям вот встать в ряд. Я говорю, сразу не выезжайте туда. Пусть они выезжают сначала, а потом мы уже это. Не туда не выезжайте. А вот так вот ставить. Именно вот здесь встаньте. Стоять, кто тут проехал на РР. Стоять. Кстати, вы можете там блочить РРшник. Ну я блочу. Проехал в щель. Кто там валяется? Позорик. Не, да, наоборот. Стой! Вперед, Игорь! Вперед, заплачь! Так. Лех, ты бы лучше перевернулся, наверное. А, ну или надо подопрутся, да, отлично. Чувак сразу рара, короче. Понял. А тут встречаю, смотри. Надо в два фронта как-то надо. Ну вот да, да. Мы с Игорем в начале. Стоять! Ой, перевернули. Тут проехал. Ну все, у нас вот это, разлад. Сейчас, смотри, тут еще бас стоит, смотри, я сейчас дотолкаю его.